В данном видео покажем процесс создания входящего документа в системе «Документолог Бизнес». Для этого следует выполнить следующие шаги. Нажмите кнопку «Создать документ». Выберите тип документа «Входящее письмо». Заполните необходимые поля в карточке входящего документа. Загрузите файл или перетащите его в соответствующее поле. Укажите сотрудника, который будет ответственным за выполнение документа, а также тех, кто должен ознакомиться с ним. Укажите ссылку на документ, на который является ответным создаваемый документ, и сохраните его. Дополнительной информацией можно отслеживать текущий статус документа. После сохранения вы можете выбрать одно из следующих действий – принять и закрыть документ, редактировать документ, если необходимо внести изменения, отправить документ на рассмотрение, зарегистрировать вручную, указав регистрационный номер и дату регистрации. Далее документ поступает исполнителю в раздел «Входящие», где он может создать из него поручение для другого сотрудника или взять его на выполнение самостоятельно. При создании поручения следует указать исполнителя, срок выполнения, а также необходимые детали. После сохранения поручения оно передается исполнителю, который может видеть весь путь документа в своей системе, включая родительский документ, из которого он был создан. Исполнитель может исполнить документ, создать на него исходящее или внутреннее письмо, запросить продление срока исполнения. По завершении исполнения поручения он нажимает кнопку «Исполнить», добавляет комментарий и при необходимости загружает файлы. Создатель поручения проверяет его и решает либо принять исполнение, либо отправить на доработку. Исполненный документ помещается в раздел «Завершенные». В этом видео мы рассмотрели процесс создания входящего документа в системе «Документолог Бизнес». Благодарим за внимание!